Здравствуйте, еду Анна-Мария остров. Это узенькая-узенькая полоска островов в Мексиканском заливе. И вот один из островов называется Анна-Мария. Вот тут пляж. Надо вот остановиться под этой соломенной крышей, что там такое. И с другой стороны вот либо гостиницы, либо какие-то домики, либо какие-то магазинчики. А что ж там такое интересное вот в этом? Там барчик. Ага, барчик такой симпатичный. И ресторанчик, а там покушать можно прямо на водичке. Так, ну я пока не голодная. Вот, вот видны вот эти вот цепь островов на GPS. Такое все красивенькое, такое все яркое. Такие домики прямо один красивее другого. И все они стоят на сваях, маленькие такие игрушечные. Потому что они стоят прямо на пляже. Не знаю, бывают ли тут такие большие штормы, вот выход на пляж, и вон он пляжик. Ну, наверное, раз они стоят на этих, на ножках, на куриных. Он такой желтенький, красивый. А, я вчера на нем останавливалась, я искала, хотела себе гостиницу снять, а там все спали уже. Вот предупреждает, 25 миль в час на повороте. Я еду 30. Ой, какая живописная дорожечка красивая. Эти крошечные островки между собой соединены мостами. Такой крутой поворотик. Так, позади меня никого нет? Вот прям гостиничка маленькая стоит на острове, на этом, на водичке, на вот. Вот уже пляжик. Сплошные пляжи, пляжи, пляжи. Место, конечно, очень красивое. Удивительно, пляж, рядом гостиница на пляже, и в ней в гостинице бассейн. Зачем? А вода чистая. Вот надо сказать, здесь на Марии, на Анне Марии и на Лидо Бич вода просто прозрачная, как слеза, чистейшая. Это редко где такое бывает. Вот кусок земли на продажу. Можно построить гостиницу прямо на океане. Какая сказка. Пляжика не видно. Вот виден пляж. А я вот уже въезжаю, вот уже сейчас пляж будет дальше и дальше. Потому что здесь, в этой части, остров немножко расширяется. Ладно. Я буду держать тебя удовлетворенной. I'll keep you satisfied. Ну, имеется в виду, что ты будешь счастлива, ты будешь довольна. Не то, что вы подумали. Боже, как хорошо. На душе просто вообще мир и покой. Как хорошо. Вот там сфотографироваться можно. Ха-ха-ха, дырки. Какая-то торговая плаза. Пойти сходить? Да не хочу. Subway. Island Bazaar, Island Bazaar. Всегда читаю не Island, я всегда читаю Island. Хотя это читается Island, но написано-то Island. Пошли уже какие-то магазинчики, а вот какая красота. С водичкой. Анна-Мария. Тудым. Сюда.
вот Манати Авеню. Я сейчас буду... О, мне надо переодеться, то я еду в купальник. Графство называется Манати. Манати — это морская корова. Тут улица Манати есть. Так, я уже приехала. Вот, вот это да. Вот это да. Вот здесь я вчера вечером делала видео. И здесь я вечером вчера ужинала. Ага. Это я уже на Анне Марии, вот в самой серединке. Вот тут я делала вчера потрясающий закат. И там я обедала, ой, вернее ужинала вчера. Ладно, я сейчас туда проеду, там развернусь. Пойду помою ручки свои. Ой, а какой пляж здесь безумной красоты. Громадный такой широченный. А, так это совсем рядышком. Я что-то думала, что я вчера так долго ехала. А сегодня просто так вот бах и приехала. Как много людей на пляже. Здесь парковки нет.